Смотрите. Ну не раскладывается. Он еще серенький. Вот такое. Ты сейчас ложку поварешку дам. Хочешь? Да. Хочешь? Смотри. На вилку. Поросенок. А где поросенок? Детский комплект клёв, 89 евро стоит. Если ты ничего такое. Так, 215. А это что такое? Это у нас 69. Вон, опа, опа, опа. Вот тут тоже симпатичненько. Симпатичный день, да? А зелененький? Есть разница. Но мне то нравится. Ну пойдем посмотрим. Ну мне такой очень нравится. Ну вот, кстати, диван ничего такой. 379 евро. Шкаф 119. 139. Да, такие. Да. 139. 119.
Ну ничего так. Вот хорошее кресло. 155. Это 39 евро. Так, хорошее кресло. Такая простенькая. Знаешь что, тут кресел очень много, мы сейчас все посмотрим. Качающийся? Вот такой, как сверху? Нет, качающийся. А что, давай уж, ладно, какая разница, давай качающийся. Нет, качающийся не хочу. А вон черно-белое с 90? Да, я захотела 90, только с кожзаном было, чтобы не качающийся. Понятно? Вот такое? Нет. Ну, такое только с кожзаном. О, 59, смотри. То же самое. Нравится. Почему? Цвет не нравится. Хочу такой. Классно, мне нравится. Мне не нравится. Взяли бы? Черно-белое?
Ну смотри, ну тут ты... Подожди. Хорошо. Ну. Что, что, что? Слушай, Лер, все такое. Оно что же самое? Ну как это нет? А смотри, вот. Да. О, 59 серенькая, смотри, клевая. Я не хочу серенькую. Офигеть. А какой ты хочешь? Черно-белый. Вот то? Или бежевая из кожи. Бежевая из кожи замка. О, 59 черная. Хорошая. Каркас был вот такой, как не качающийся, но с кожзаном. Понятно? Так это ж надо просто собрать, нет? Мне вот это нравится. Да. Папа! Мне такое очень ножки нравится. Мне нравится. Нравится? Мне нравится, что мне там нравится. Это будет все классно. А вот, смотри. Это маленькая. Вот это. Ты принц. А что?
Лампы такие? Давай. Давай. Колесо. Давай. А тебя найду. Давай. Так, пятерка. Восьмерка. Но кухня такие прикольные. Thank you.
поверхность. Такая хорошая, надежная конструкция, 78. Вот, эта ручечка стоит 2,209. Тут все то же самое. Хова. Там это холодильник. Что-то вот. Так. Крутой кран. Крутая кухня.
тоже с замокоцелем. Так. Ну, офигенно. Алло. Ладно, ладно.